Добрый день. Ну вот добрались мы опять до Таиланда. Были мы раньше в Крабе, сейчас в Паттайе, отель Амбассадор. Вот приехали. Отель славится тем, что поскольку бы ты не приехал, раньше 2 часов тебя не заселят. Ну как бы не прискорбно. Есть такая большая территория отеля. Есть куда сходить, чего посмотреть. Ну и, конечно, великолепный пляж. Сейчас мы пойдем. Мы еще не видели этот пляж. Ну, мы еще не дошли. Вот это прямо первое впечатление. Ну, океан. Океан Вин. Конечно, он очень разрекламирован. Я имею в виду не личный отзыв, а отзывы в интернете. Нам сказали, что если есть возможность, ну, снять там изнутри все этого океана Винга. Ну, попробуем позже передать. Вот сейчас мы идем, как нам объяснили, дорогу на пляж. Конечно, благоухает птички. Природа, конечно, впечатляет. А сам воздух. Ребята, мы когда вышли с этого самолета, это было что-то. Это, конечно, меняется. Все. Мировоззрение свое. Мишутки. В другой мир. Ага. Вот это, скорее всего, аниматор готовится. А где? Где? Вот это побежал, что ли? Ну, побежал, вот, наверное. Иди сюда. Главный аниматор. Главный аниматор, по-моему, это ты. Вы, наверное, очень много смотрели об отеле «Амбассадор», который рассказывают люди, которые уже тут были 3-4 дня. Я расскажу... 3-4 дня? Нет, ну уже после 3-4 дней, вот так правильно сделать. Понятно. Я расскажу, что я вот первый раз как попал, и мои эмоции. Я не видел еще тут какие-то вараны. Где они находятся? Я только вижу вон ангела. Какие-то павлины. Вот сейчас я покажу первое впечатление. Ага. Идем. Я, ну просто, конечно... А впечатление можно показать? Впечатление, знаешь, они в кубе могут вернуться обратно. В ночной нашей спальне. Вот какие-то. Фонтанчик как бы. Фонтанчик. Сейчас тут все готовятся к Новому году. Да, у них это елка. Начинается, ну у нас тоже. Путин уже построил елку. Построил. Вот тут какие-то мишки, хами. А вон бассейн какой-то. Вон бассейн, ну, просто. Ладно, идем на очень море. Не хочется, а то мы, наверное, с тобой не дойдем. А то мы сейчас до первого раза. Нам сказали в 2 часа заселиться. Ну да, время получается по-тайски. Нет. Сколько ты сейчас по-московски смотрел? По московски 3 часа дня. Ну, значит, плюс 4-7. 7 часов сейчас здесь. Еще нам просто кукухать и кукухать. Тут вот по дороге к морю какие-то такие шедевральные. Вообще, наверное, это Куланджу. Я смотрю, вазы какие вон красивые. Вазы красивые. С этими, да, это... с ангелочками. Не знаю, какой смысл в этом, ну, задом, в этих строениях. Пойдем. И вот для чего мы ехали в Таиланд. Но. Мы сейчас подбираемся тихоти, нехоти к морю. Ага. Ребят, конечно, погода стоит великолепная. Жара. Жара, но у каждой жары есть плюсы и минусы. Духота, конечно, очень. И посмотрим пляж. Уже потому что кто-то говорит, что вообще... Уже возвращается. Грязь. А кто-то пишет, что наоборот. Супер. Сейчас посмотрим, Миски. Что это. Конечно, я знаю, что тайцы, они за деньги, они построят что-нибудь. Ну, как обычно, азиатская природа, красивые пальмы.
не очень красивые кухни. Слушай, что разуваться? Я не хочу до пляжа доходить. А купаться как ты будешь? Нет, я попозже зайду. Так куда ты не хочешь уже, идти? Вот мы пришли это. Ты совсем что ли? Мы пойдем купаться на пляж. Нет, ну конечно будем купаться. Ну пошли. Пошли. А почему ты не хочешь заходить? Пойдем. Вон он рассказывал про белый забор. Да, народ, конечно. Вот стоят. Ну так песочек чистенький. Ну да, пляж уже даже на первый взгляд видно, что чистый, что за ним ухаживают, что и. Кубы, конечно, не сравнится, но по чистоте своей превосходит. Нормально, чистый пляж. Значит, чистый это песок. Люди отеля, кто там ответственен за пляжи, делают нормально свое дело. Так, ну что, все, сказал свой обзор. Ну, сейчас на этом остановимся. Угу. Все. Потом следующий ждите видео. Пока. Пока. Я не хочу напрягать длительными роликами. Я буду делать короткие нарезки. Ну, песок чистый. Песок чистый. Красава. Все. Пока. Ну, помню.